а мячи вышли играть на победу. Успех матча выводил наших ребят на первое место. В серии ярких скоростных атак, проход Кирилла Холодова, мощный бросок лучшего бомбардира ястребов Егора Козлова, хоккеисты «Трактора» самоотверженно защищались, ответили молниеносными контратаками, дважды поразили ворота «Авангарда». Юные ястребы выдержали удар, продолжали наседать на ворота «Трактора». В перерыве тренер нашей команды Виталий Хильченко внес коррективы, натиск «Авангарда». Быстрая комбинация, острые передачи. Денис Тимофеев бросил в падении и забил 1-2. Мы очень волновались, но в перерыве нам тренер сказал активно играть. Наша пятерка вышла на лед, мы выиграли сбрасывание, вошли в зону. Распасовались, я забил гол. Атаки на встречных курсах. Наши ребята стремились отыграться, соперники встали стеной. Челябинские хоккеисты не попали в число призеров, настроились на заключительную игру. Героем матча стал капитан команды Валерий Буздыганов. Нападающий сделал 3 голевые передачи. Под занавес второго периода «Трактор 2007» вышел вперед. В начале третьей 15 минутки гости развили успех. Увеличили преимущество до 4 шайб. У нас сегодня был хороший настрой. Мы хотели показать, что мы «Трактор», мы знаменитые. У нас получались быстрые атаки и забивали голы. «Авангард 2007» продолжал сражаться. Наши хоккеисты забили еще один гол и пошли на штурм. Скорость, прессинг, давление, броски. Шайба не шла в ворота. А мячи проиграли решающий матч, но побеждали в других столь же трудных поединках. Завоевали бронзовые награды турнира. Мы сражались, мы бились. Нам чуть-чуть не повезло, но для нас это большой опыт. Мы будем стараться, в будущем будем побеждать. Главный приз турнира выиграл «Металлург 2007». Юные хоккеисты из Магнитогорска одержали 3 волевые победы. Ключевым стал матч с «Авангардом». Магнитогорские хоккеисты выиграли со счетом 4-3. Решающую шайбу забросил нападающий Александр Кушнарев. Мы очень рады, то, что победили. В Сомском была напряженная игра очень. Вратарь наш стоял хорошо, но и мы доказали то, что мы не слабее Омска. Серебряные награды турнира выиграли хоккеисты команды «Олимпийцы» из Сургута. Специальные призы соревнования получили лучшие хоккеисты всех 6 игравших в турнире команд. Лучшим игроком «Авангарда 2007» назван вратарь Александр Федоров. Мы в этом году стали лучше играть, но мы могли бы и лучше. Все рады, что взяли бронзу. Мы будем еще тренироваться и будем сильнее. Турнир на призы Александра Попова будет проводиться ежегодно. В следующем соревновании Омск представит новая команда. Ребятам придется держать ритм. Владимир Истомин, Сергей Гаврилов, «Антенна 7».